Серпуховский корабль детства 2022 причалил к берегу. В доме детства и юношества прошел заключительный этап форума. Команды из 14 школ приготовили творческую программу в номинации «Один день из жизни лагеря». За время пребывания в пришкольных лагерях дети посещали музеи и театры, ходили на экскурсии, играли на свежем воздухе. Для них были организованы творческие, спортивные и интеллектуальные мастер-классы. Данное мероприятие проводится ежегодно. Начало форума происходит 1 июня. И в день защиты детей у нас происходит игра-путешествие, где участвуют все школьные лагеря. Дальше у нас проходит мероприятие такое, как спортивная игра «Сильные, смелые, дружные, умелые». Следующий этап данного форума – это сценировки, театральные представления «Сказки народов России». Третье мероприятие – это «Зорничка». И четвертое – происходит закрытие школьных лагерей «Один день из жизни лагеря». Сегодня были подведены итоги форума. Лучшие команды получили заслуженные призы. Первое место заняла школа номер 4. Вторыми стали три школы – 5, 12 и Дашковская. Третье призовое место поделили 3 школа, 11, 18, лицей Серпухов и Куриловская гимназия.